Чтобы сбить догадки, иди ко мне. Значит, смотри. Я сейчас тебе буду говорить слова этой песни. Ты будешь показывать Лоре жестами, а она будет озвучивать свой вариант, да, каждого слова, соответственно. Угу. Угу. Давай. Да? Внимание. Да, тоже нам показать. Она должна сразу же угадать. Ну, пока вот у нас 4 буквально предложения из этой песенки. И мы... Не, все, подожди, садись. Ты не садись. Ты неинтересная. Ну хорошо, кто-то скачет на комнату и трется. Спасибо, да. Ну, типа того, да, нужно жестами показывать. А, крокодилы. Слушай, я вам сейчас посложнее задам, они сейчас будут говорить. Мне кажется, уже все поняли, да? Я не понял. Не понял, да? Ничего не понял. Кстати, вы можете свои варианты предлагать. Уважаемый опыт, вы здесь не просто так собрались. Кто-то кого-то забыл. Открываю. Совет эксперта. Ключ, дверь, рельс, шпал. Где бы поезд запоздал? Не-не, подожди. Огонь добывали. Нет, давай так. Покажи, что. Покажи это. Не знаю. А как вам? Покажи. Не знаю. Пусть будет так. Следующее. Следующее слово. Не знаю. Следующее слово. Кстати, давайте я буду записывать. Чем за женщина? А, нет, делать. Давайте кто-нибудь что? Записывай, пожалуйста. Я. Не знаю. Свист. Тренер. Одно слово. Здесь ничего не надо.
Капля.
Там, ну, две ложки. Две капли. Пиши, пиши. Два уже слова. Улица. Да, 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 все правильно. Да, да. Пиши. Брызги. Дождя. Экзамен. Две капли дождя. Значит, мы пишем, пока все не угадают. Две капли. Легкомысленные капли, это, наверное, да? Нет. Две капли. Я не слышу. Две капли. В лесу. Нет, этого я не буду произносить. Блеск. 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 И сгорели. Сгорели. Сволочь. Упали. Засверкали. Украли. Засверкали. Заискрились. Две капли. Засветились. Засверкали. Засверкали. Сверкали. Пиши засверкали. Пиши засверкали. Ну, это нормально. Две капли засверкали. В небесах. Сверкнули? Не-не-не-не. Две капли сияют. Он палец все, я помню. Зачем ты вам набил палец? Пирожное хочешь? Я съел. Две капли... Дно! Облизывал. Но. А почему зачем пальцем? Дно. Две капли, две капли. Дно. Упали на дно. Упали на дно. Засверкали. Засверкали. На дне. На дне. На дне. На дне. Пиши. Две капли... На дне или дно? На дне. На дне. Две капли засверкали на дне. На дне. На дне. На дне. Да, на дне рождения. На дне. На дне. На дне. Не подходи ко мне. Вот попробуй-ка. Изобрази. Достал из кобуры я. Чего? Меч. Меч. Сабля. Рукоятка. Рукоять. Эфес. Пилснер? Боже, как... Пиво? Пиво? Ладонь. Опять скрипит по телу. Опять скрипит по телу твоей ладони. А, мазуль! Мазуль, натер. Взял. Скоты. Прощаешься. Ну, деньги это фигня, такую сложную. Не, подожди, подожди, нормально. Серега может. Серега угадали. Замерз? Не, не подмышки. Замерз. Замерз. Размерз. Тепло, жарко, тепло. Обратно. Значит, сабля, нет? Ручка, ручка сабли замерзла. Ничего, что-то нет. Нагрелась. Нагрелась? Да. Тепло. Подожди, так он... Горячо. А, ну я... Горячо рукой, что ли? Не-не-не. Обнял, обнял, мне кажется. Я саблю достаю только летом, когда горячо, она замерзает. А зимой она замерзает. А зимой я... Две капли. Yes, yes. А, или две капли масла, и все, она пошла. Ржавая сабля. Точно. Нагрелся. Не, ну что там? Подожди, подожди. Накалился, закалился. Ты ни одного слова не написал. Подожди. Эфес, это уже было? Это слово? Не, да. Да, это уже было. Эфес согрелся, тепла руки. С новой строчки рекомендую. Эфес с новой строчки. Дальше. Какое было следующее слово? И согрелся от тепла руки. Ладони. А, милостыни просит. С ладонью. Хоть что-то ладони, мне подарит. С ладони прирост. Нет, прирост. Ну вот согрелся, синоним, подскажите. Согрелся. Замерз. Азиат. Улетел и замерз. На юг улетел? Да, пошел ты. Я замерз и ушел. Я устал, я ухожу. Не-не-не-не, это Ленин вернулся. Замерз. А, обрадовались. Ленин. Нет, ну это обратно. Замерз, это тепло. Отогрелся. Отогрелся. И улетел. И улетел. Ушел. Ушел. Подожди, ну ладно, пиши отогрелся. Нормально, нормально. Да, да, конечно. Все, мы не будем угадать. Нормально. Отогрелся. Мне кажется, так хорошо отгадались. А как по тексту получается? Две капли зажглись на дне. Эфес. Подожди, ну, сейчас он еще вот два предложения, и все станет понятно. Да, да, давай. А можешь сразу же состояние? Вот в этих два слова сразу так, одним жестом. Что ты ее? Наконец. Жизнь хороша. Почему гадовить? Жизнь хороша. И жить хорошо. Все, вот учись. Четко. Покажи. Два раза. Хорошо жить вдвоем. Два раза. Хорошо вдвоем или что? Вдвоем хорошо. Напиши хорошо вдвоем. Хорошо. Хорошо вдвоем. Да. Не, он не только не ставит. На двое нам хорошо. Это, кстати, была подсказка. Угрожать? Смотри, давай еще раз.
еще раз, покажи, ладно, покажи. Слышь, смотри, 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 смотри. Смотри, Серега меня, похож на американского военщину сейчас, какой-то он суровый, я боюсь. Наказать? Нет. Ладно, покажи по-другому. Они так не поймут. По-другому разве можно? Сломали челюсть? Не, не, ай-яй-яй-яй, сломали челюсть. Убили некро, сломали челюсть. Ай-яй-яй-яй. Ай, фет. Это эта песня? Может, кто-нибудь уже сломал? Давайте прочитаем. Прочитаем, что случилось. Давай, читай. Две капли засверкали на дне, Эфес в ладони отогрелся. Было еще, что и ушел. Жизнь хороша, хорошо вдвоем. Третьим будешь? Ну. Что ну? Отдайте мои деньги. Сейчас он такой, вы не узнали мои стихи. Димка, давай помощь залу, помоги. Помоги. Дай, помощь залу, мы сделаем. Нет, ты помоги. Ты помоги. А, хорошо. Да. Хорошо. Давай, ты. Хорошо. Покажи. Сереге запугни. Хорошо. Слово здесь самое главное какое, да? Вот так, это. Значит, вот давай, это. Главное это вот. О, кишечный грипп. Или. 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 Отчаяние, что ли, или что? Ну, движение какое-то. Активное. Скользить. Рулить. Мчаться. Колбасим. Копьё. Тык, штык. Да! Тук, пук.
Да. А ты сделал? Две капли свернут, сверкнут на дне. Альтернативы. Какой вы все равно не найдете. Спасибо большое, я не слушаю.